Я недавно сыграл маньяка-убийцу. Клянись. Забываю. Блин. Чтобы не пусто было. Офигеть. А прикол, если это еще никто не знал, ты сейчас просто спойлернул. Да. Мы это вырежем. Любим вот, Женя. Я сыграл маньяка-убийцу и... как-то довольно органично. Хотя с такой внешностью, очевидно, я должен быть педофил, но не маньяк-убийца. Но все получилось. А можешь